Сегодня снова говорили о строке «Капитальный ремонт», теперь уже на областном уровне. В подмосковном правительстве прошла пресс-конференция директора фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Андрея Чернышина. На этот раз разъяснили, кто же будет контролировать регионального оператора, на счет которого будут поступать деньги собственников. Как быть таким городам, как Реутов, где большая половина домов уже отремонтирована, и может ли со временем увеличиться тариф? Все подробности у Анны Черновой. Чем ближе срок, 1 марта, тем больше вопросов. Что за региональный оператор, которому будут уходить деньги собственников за капитальный ремонт? На пресс-конференции в областном правительстве все объясняет директор фонда капитального ремонта Андрей Чернышин. Фонд – организация некоммерческая. Он заверяет, средства будут израсходованы по назначению. Все те средства, которые будут собирать собственники на счете фонда, они могут быть израсходованы только на цели капитального ремонта. Либо связанные с ним мероприятия, такие как изготовление проектно-сметной документации, проведение строительного контроля за выполнением работ. Все, ни на зарплату, ни на премии, выплаты, ни на что другое фонд эти деньги тратить не может. Подробную информацию об организации можно прочитать на сайте. Здесь опубликованы важные законы ЖКХ. Можно задать вопрос онлайн. В инструкции детально прописано, какой способ формирования фонда капитального ремонта собственнику выбрать. А еще Андрей Чернышин уверен, что каждому городу будут подходить индивидуально. Например, в Реутове большая часть домов в капремонте не нуждается. Сдвигая вперед, в изменении закона будет, скорее всего, записано, что средства будут тратится на капитальный ремонт с учетом сбора муниципальных образований и в пределах муниципальных образований. То есть вот такое обращение, такие поступают практически на каждом кустовом совещании. В любом случае, возможно, закон еще доработают. Есть такие дома, которые просто не успеют определиться к 1 марта, куда перечислять деньги. То, что точно не изменится, это тариф. Для Московской области 7,30 за квадратный метр. Анна Чернова, Артем Удников для РТВ.